мы определили понятие ядра для линейного предложения. Сейчас кое-что полезное для него докажем. Такой вот результат для начала. Рассматриваем снова W-векторные пространства. F – линейное отображение. Теорема говорит, что F является инъективным, когда ядро F оно состоит из векторов U, таких, что F от U равно U. Если нам дано линейное отображение F, оказывается, оно инъективно, тогда это только тогда, когда его ядро равно U. Давайте докажем. Пусть F индикатор, значит, для нас тогда и только тогда нужно показать импликации вправо и влево. Я указываю импликацию вправо. Пусть F индиктивна. Докажем. Что мы должны доказать? Нужно доказать, что для любого вектора U из ядра U обязательно равен нулю. Это и будет означать, что ядро нулевое. Жду ваших предложений, как это доказать. Нам дано, что F инъективно. Нужно доказать, что для любого вектора U из ядра то есть нулевой вектор переходит в нулевой вектор. Это всегда так, да. Нулевой вектор обязательно, любое линейное отображение переводит нулевой вектор в нулевой вектор. Это точно, да. Нет, но имеется в виду то, что тут. Но если мы это знаем, и мы знаем то, что у нас нулевой вектор может быть один в векторном пространстве и W. И при переходе в одну сторону и в другую они у нас должны. Хотя. Что, я не думал, как бы.
Нет, пока не уловил я ваши идеи, как же доказывать. Давайте напишем, что значит инъективно, во-первых. F инъективно. F инъективно. Это значит, что для любых PU из векторного пространства V, если P не равно U, то F от P не равно F от U. Это определение инъективности отражения. Давайте использовать данное свойство для доказательства того, что любой вектор U равен нулю. Нужно взять подходящие векторы P и Q и применить к ним это свойство. Какие можно взять? У нас тут, так сказать, у нас не очень много векторов на доске написано. В качестве P и Q, P не равное Q, нужно взять какие-то векторы и пользуясь этим свойством, доказать требуемое. Ну давайте, значит, пусть предположим, что есть не нулевой вектор. Предположим, у некоторой существует вектор U из ядра. Такой, что U не равно нулю. Так, предположим, что существует не нулевой вектор в ядре. Тогда возьмем P равное нулю и Q равное вектору Q. Чтобы применить вот это свойство. Тогда у нас P не равно Q. Значит, F от P не равно F от Q. А что такое F от P? Это F от нуля. P равно нулю. F от P это F от нуля. Оно обязательно равно нулю. А это у нас F от Q, это а Q у нас равно U. Это F от U. А чему равно F от U? Тоже равно нулю, поскольку U, наш вектор U лежит в ядре. А ядро состоит в точности из векторов, таких, что f от u равно нулю. Значит, получаем противоречие. Тут написано, что f от p не равно f от q, а на самом деле они оба равны нулю. Противоречие. Получили противоречие, значит, наше предположение, что существует не нулевой вектор u в ядре, неверно. Отлично, значит, мы доказали из теоремы импликацию вправо. Теперь доказываем импликацию влево. Пусть ядро равно нулю. Нужно доказать что? Нужно доказать вот это свойство. Инъективность отображения F написана здесь. Ее, вот она сформулирована. Что значит F инъективно? Вот. Для любых P и Q, если P не равно Q, то F от P не равно F от Q. Значит, вот мы
теперь не доказываем из теоремы импликацию влево, значит, мы, у нас дано, пусть нам дано, что ядро F равно нулю, нужно вывести, что F инъективно. То есть у нас есть P и Q разные, но их отображение одинаковое. Их образы одинаковые. Да. Тогда, так как у нас KRF это векторное подпространство, то мы можем сделать F от P минус F от Q. Это будет то же самое, что F от P минус Q вроде бы. Мы можем такую вещь делать? Конечно. Это следует из линейности мы пока не пользуемся тем, что кер под пространством. Мы пользуемся линейностью отображения F. То, что вы сказали, сделать можно благодаря линейности отображения. Получается, да, с одной стороны, что это 0, а с другой стороны, что это F от P минус Q, а это, P минус Q у нас разные числа, с этой это не 0, следовательно, у нас кер F. Отлично. Только они не числа, а векторы. Извините. Да. Очень хорошо. Правильное обсуждение. Давайте напишем. Значит, предположим. Давайте я там буду писать. Предположим, существуют Q такие, что P не равно Q F от P равно F от Q. Это мы предположили, это наше, чтобы предположить противное, нужно именно это написать, что значит P не равно Q, при этом P равно F от P равно F от Q, это мы предполагаем противное, нужно вывести из этого противоречие. Что тогда у нас? Мы посмотрим вектор U равный P минус Q. Тогда у нас F от U вектор U равный P минус Q, он у нас не равен нулю, поскольку P не равно Q. В то же время F от U равно F от P минус Q. По линейности отображения F это будет F от P минус F от Q. И это равно нулю, поскольку f от p равно f от q, это разность равно нулю, значит f от u равно нулю, значит получаем мы, что u принадлежит ядру, не нулевой, мы нашли в ядре не нулевой вектор. И это вектор U не нулевой, но он принадлежит ядру, это противоречит тому, что ядро само равно нулю.
Лейбница, теорему 1 доказали. Следующий результат. Это можно написать вот так. Размерность V меньше бесконечности. При этом про W ничего не говорится, оно может быть любым. Тогда мы положим, пусть N это размерность пространства V. Мы выберем базис. Вот. И рассмотрим произвольные векторы. А, да, теорема говорит следующее. Для любых векторов, для любого набора векторов W1, WN существует единственное линейное отображение VWV такое, что оно переводит вектор EIT в вектор VWIT. Дальше теорема говорит, что для любого набора векторов W1, WN существует единственное линейное отображение из V в W, удовлетворяющее вот этому свойству. Нужно доказать, нам нужно сказать, что существует единственное линейное отображение. Значит, нужно доказать, можно вначале доказать существование, а потом единственность. Докажем вначале существование. Линейное отображение F, удовлетворяющее этому свойству. Ну, что нужно сделать? Для любого вектора U нужно определить вектор f от u, принадлежащий w. То есть, и так, определить так, чтобы полученное отображение было линейным. Как,
Как его определить, как вы считаете? Для, если нам, нам хочется, чтобы выполнялось вот это свойство, и нам надо построить линейное отображение f, удовлетворяющее этому свойству, то есть для любого вектора u из пространства v нужно определить, что такое f от u. Если вектор U принадлежит, является одним из базисных векторов, то мы тогда знаем, чему будет равно F от U. Так? Теперь, если F, если вектор U произвольный, что можно сделать? Разложить по базису, наверное. Так ведь? Давайте. Мы раскладываем вектор U по базису. И тогда f, чему мы, теперь нам нужно определить, что f от u, мы положим f от u равным чему? Ну, наверное, просто вот так. Значит, мы, смотрите, мы хотим, чтобы f было линейным отображением. И мы, значит, мы применяем f вот к правой части, и если f линейно, то альфа и t можно будет вынести вперед, а дальше останется f, примененное к вектору e и t, а он на, а это нам известно. Так? Значит, поэтому можно положить так. Это у нас определение. F от u будет у нас, мы хочется, разум, кажется разумным определить его вот так. Смотрите, еще раз. Если мы имеем линейное отображение, удовлетворяющее всем нужным свойствам, то, применяя такое линейное отображение f к вот этому вектору, к вот этой правой части, мы обязательно получим данную формулу. Поскольку f линейно, применяя f сюда, альфа и t можно вынести вперед, останется f, примененное к e и t, а f, примененное к e и t, есть w и t. Так что, если линейное f существует, то оно обязано удовлетворять данной формуле. Ну так вот, мы возьмем ее в качестве определения. Отлично. Ну теперь нужно доказать, что f линейно. Что, ну, вот мы отображение f определили. Для любого вектора u из пространства v мы определили, что такое f от u, значит, мы задали линейное отображение из v в w. Теперь нужно доказать, что f линейно. Проверить такое свойство, линейность, например, в следующем виде. Для любых векторов u и u с волной, и любых, у нас вообще все у нас полем k, для любых лямбда и лямбда с волной, с поля k, нужно доказать, что f от лямбда u плюс лямбда с волной плюс вот это
6 должно получиться вот так. Ну давайте просто воспользуемся определением нашего упражнения F. У нас, значит, вектор U разложен по базису. Мы разложим вектор U с волной тоже по базису. Коэффициент координаты вектора U с волной в базисе EIT мы обозначим альфа IT с волной. Смотрите, значит, как нам найти левую часть? Да, как, собственно, как нам вычислить f, примененное к вот этому вектору? Как это вычислить? Ну, сначала разложить сумму, после вынести. Да, значит, нам нужно. Наше отображение f, оно действует так. Оно берет. Чтобы применить отражение f к вектору какого-нибудь u, нужно обязательно разложить этот вектор по базису. Ну вот, надо, чтобы применить f к вот этому вектору, обозначим его u с крышкой, нужно разложить u с крышкой по базису. Это вектор из пространства V, значит, его он как-то раскладывается по базису EIT. Обозначим коэффициент разложения альфа IT с крышкой. И тогда, если мы найдем коэффициент альфа IT с крышкой, то f от u с крышкой будет равно такой вот сумме. Осталось нам найти, да, значит, нужно нам найти эти коэффициенты альфа и t с крышкой. Давайте найдем. Наш вектор у с крышкой, это вот такой вектор, лямбда у плюс лямбда с волной у с волной. Мы знаем разложение вектора у по базису и вектора у с волной по базису. Пишем. Дальше нам нужно всю эту сумму написать, ее разложение по базису, значит, надо вынести базисные вектора. И получится следующее. Мы лямбду вносим под знак суммы, и эту лямбду тоже. А потом выносим EIT за скобку, и получается так. Thank you.
так, да? Ну вот, значит, смотрите, нам нужно было найти, нас интересует разложение вектора с крышкой по вальсу яитая, то есть вот эти коэффициенты альфа и т с крышкой. Ну вот мы их и нашли. Вот, этот вот, вот эта сумма и равна нужному коэффициенту альфа и т с крышкой. И значит, то есть мы, согласно определению разложения f, f от u с крышкой равно вот такой сумме, таким образом, f, значит, получаем мы, что, значит, вот у нас вектор u с крышкой, таким образом, f u с крышкой равная f от вот той суммы, равно вот этой вот, а, да, но получается, так вот, вот наш альфа и т с крышкой, а вот формула для f с крышкой, получается следующее выражение. Левую часть. Отлично. Теперь правую часть вычисляем. Это уже проще. Что такое f от u мы знаем. Вот у нас написано f от u. И аналогично f от u с волной нужно применить f от u с волной. Чтобы выяснить, нужно использовать вот это разложение вектора у с волной по базису. Получаем следующее. Лямбда. Нам нужно доказать вот это. Вот это равенство нам нужно доказать. Правую часть мы вычислили. Вот она получилась вот такой вот. А левая часть у нас вычислена здесь. И она вот такая. Вопрос, равна ли левая часть правой части? Да. Да? Эта штука равна вот этой сумме, значит, все получилось. И мы, что мы сделали? Мы определили отображение f и доказали, что оно линейно. То есть мы доказали, что f существует. Теперь единственность надо доказать. Вопросы? Докажем, что f единственный. Таких отображения f и f с волной. О, и пусть f и f с волной оба удовлетворяют этому свойству.
нужно доказать. Всегда оперируем здесь с линейными отображениями. Вот. Нужно доказать, что F равно X. И сделаем замену f с волной от e итого на v итого, причем связь справа на итого. Согласен, да. Значит, u раскладываем по базису. V пользуемся линейностью, тогда значит, у нас f волной от U, поскольку F с волной линейно, применяя его сюда, мы получаем следующее. Получили выражение такое, ну а и то же самое, если вместо f с волной взять f, получится то же самое, поскольку f тоже линейно и тоже удовлетворяет этому свойству, и это таким образом f тоже равно f. Теорема полезная, и что она по существу говорит? Если у нас V конечно верное пространство, и мы хотим задать какое-то отображение линейное из пространства V в пространство W, достаточно, чтобы определить линейное отображение F из V в W, достаточно определить F от EIT для базисных векторов EIT. То есть линейное отображение однозначно достаточно задать, чтобы если хотим построить отображение из V в W, достаточно задать его на любом базисе произвольным образом, и обязательно получится линейное отображение.
что запись обновляется. Да. Дальше. Смотрим линейный оператор. Я говорил, что вместо слов линейное отображение можно говорить линейный оператор. Вот мы рассмотрим линейный оператор. Оператор называется идемпотентный. Употребляется другой термин попроще – проектор. Итак, сейчас я скажу, что это значит. Итак, рассматривается линейный оператор из V в V. И если он удовлетворяет некоторому свойству, которое я сейчас напишу, то он называется идемпотентным или проектором. Так вот, когда же он так называется? Если P удовлетворяет такому соотношению, p в квадрате равно p. Что это значит? p в квадрате равно p. p в квадрате – это композиция p с p. И, значит, свойство p в квадрате равно p, оно эквивалентно следующему. P от P от U равно P от U для любого вектора. Рассматривается линейный оператор из V в V, линейный оператор P. Он называется
идемпотентным, или другое, также можно использовать другое слово, проектор. Как вот он называется, идемпотентным или проектором, если этот оператор P удовлетворяет вот такому соотношению. P в квадрате равно P, где P в квадрате это композиция P с P, и значит, соотношение, что P в квадрате равно P, это соотношение означает следующее. Для любого вектора U имеем такое вот равенство. Давайте пример посмотрим. Рассматриваем точку на плоскости, О точка на плоскости. И векторы сначала в этой точке. Наше пространство V2O. Векторов сначала в точке О. И сделаем следующее. Пусть прямая, проходящая через точку О. И посмотрим вектор У. Не нулевой вектор, не лежащий на этой прямой. Все векторы сначала в точке О. Значит,
слово не нулевой я мог бы не писать, поскольку нулевой вектор на прямой лежит. Но все-таки для полной ясности я решил написать слово не нулевой. Так вот, оператор, мы хотим задать оператор P из B2O из этого пространства в себя. Хотим мы задать оператор P такой, чтобы вот это свойство выполнялось. Делаем мы так. Если нам дан вектор, нужно определить P от U. Для любого вектора U нам нужно задать вектор P от U, тоже принадлежащий пространству V2U. Давайте геометрически изобразим все, и станет ясно, как же его задать. То есть, да. Так, давайте. Это у нас точка О. Прямая L. Уместно рассмотреть какую-то проекцию. Проекция будет такая. P от U нам нужно, так, для вектора U нам нужно задать вектор P от U, который тоже должен принадлежать нашему пространству. И зададим мы его так. P от U это будет у нас проекция вектора U на прямую L параллельно вектору U. Вот такая вот конструкция. Сейчас я это изобрету. Вот, смотрите. Итак, у нас есть вектор U. Вот его начало и его конец. И мы хотим вектор U спроецировать на прямую L параллельно вектору Q. Что это значит? Из конца вектора U мы делаем такую вот, рисуем прямую параллельную вектору Q. И вот получается вектор P от U. Ясно ли это? Еще раз. Я определяю, что такое P от U. P от U это проекция вектора U на прямую L параллельно, и проекция осуществляется параллельно вектору Q.
Давайте вначале геометрически определяю. Геометрически это значит, что мы берем конец вектора U и из этой конечной, из конца вектора U проводим прямую параллельную вектору Q и ищем точку пересечения этой прямой с прямой L. И значит, точка пересечения будет концом вектора P от U, а начало вектора P от U лежит в точке O, как и вообще у всех векторов. Вот такой вот получается вектор P от U. Это геометрически он изображен, а алгебраически, как его определить? Ну, P от U равно U минус Q на какую-то число. P от U. Смотрите, да, давайте у прямой L есть направляющий вектор, да? Какой-то произвольный. Помните, что такое направляющий вектор прямой? Это вектор, лежащий на прямой или параллельный прямой. Давайте возьмем вектор, лежащий на прямой, L, с началом в точке O, а с концом в точке M. Какой-то на прямой L. M принадлежит L. M это точка на прямой L. M не равна точке O. Тогда вектор OM, этот вектор лежит на прямой L. И он не нулевой. Вот. Значит, при этом вектор Q у нас не лежит на прямой L. И это значит, что векторы Q и OM не коллинеарны. Эти два вектора Q и OM не коллинеарны. Ну, видно, что они не коллинеарные. Вот у нас вектор Q, он торчит вверх, а вектор OM лежит на прямой L. Эти два вектора не коллинеарные. А любые два неколлинеарных вектора образуют базис в этом векторном пространстве. Так? Значит, Q и OM — это базис в пространстве V2O. И, значит, мы хотим определить P от U алгебраически. Что для этого нужно сделать? Нужно разложить U по базису данному. Мы по существу, наверное, нужно разложить вектор U по базису и посмотреть, что получится. Разложим U по этому базису. Равно с какими-то коэффициентами получится U равно альфа Q плюс бета ОМ, где альфа и бета — вещественные числа. У нас пространство V2O у нас над полем вещественных чисел. Так. Вот так, разложение по базису существует и однозначно определено. И теперь вопрос к вам. Имея все вот эти данные, как нужно написать формулу для вектора P от U? Ч,
всему равен, если вот нам дано все это, чему равен вектор P от U. P от U равен, ну, минус гамма, ну, какую-то. Сейчас гамма и гаммы нету. Надо пользоваться тем, что написано на доске. Никаких, ничего лишнего не требуется. Никаких гаммов вводить не надо. Смотрите на геометрическую картинку и на алгебраическую формулу и скажите мне, чему равна, какая будет формула для b от u. 0 умножить на q плюс b в n. Еще раз. Ну, 0 умножить на q плюс b в n. Сейчас. B, у нас есть альфа q, ну, бета, и бета в m. Нет, бета в это нету. Еще бета в m вы предлагаете, да? Да. Смотрите, значит, вектор P от U, вектор P от U, он лежит на прямой L, значит, он коллинеален вектору OM. Значит, вектор P, если мы P от U разложим по базису, значит, P от U тоже можно разложить по этому базису Q и OM, но вектор P от U коллинеален вектору OM, значит, он должен иметь вид вектор ОМ, умноженный на какое-то число, и окажется, что он равен просто бета ОМ. А как это доказать? Значит, смотрите, у нас вообще можно воспользоваться тем, что P – линейное отображение. И вот это вам в качестве упражнения остается. Пользуясь геометрическим определением, докажите, что P линейно. И тогда, если P линейно, применяя P к вектору U, мы имеем следующее. P от альфа U плюс P от бета P. Так. Мы пользуемся тем, что P, отображение P линейно. Здесь альфа можно вынести. Альфа P от U плюс бета тоже выносим. И что получается? Значит, мы пользуемся геометрическим определением отображения P, чему равно P от U. Пользуясь геометрическим определением, да, как вычислить P от Q? Это нулевой вектор. Проекция вектора Q на прямую L параллельно вектору Q. Это будет просто 0. Вектор Q перейдет в 0. Здесь получается 0. А вектор P, примененный к вектору OM, что даст нам? Значит, вот у нас вектор OM, он лежит на прямой L, мы его проецируем на прямую L, он от этого не меняется. Значит, это у нас получается просто OM. И действительно получилось, что P от U равно бета OM. Такая вот формула для нашего оператора P. Давайте докажем, что он является проектором. То есть,
докажем, что P, построенный оператор P, является проектором. Или является идемпотентным или проектором, но слово проектор короче, буду употреблять его. То есть нужно доказать, что P от P от U равно P от U для любого U. Согласно определению проекта. Давайте докажем. Вот у нас формула для P от U. U у нас разложен по базису. Тогда P от U есть, как мы поняли, бета ОМ. А здесь у нас стоит вот эта часть равна P от бета ОМ. Так, P от U равно бета ОМ. Мы хотим вычислить по P от P от U, то есть нужно вычислить P, примененный бета ОМ, P линейно. Это значит можно вынести вперед, останется P от ОМ. Вот. А чему равно P от ОМ? Бета ОМ. С чему? Бета ОМ. Нет, P от ОМ. Просто ОМ. Значит, все вот это равно бета ОМ. И действительно, правая часть равна бета ОМ, и левая часть тоже равна бета ОМ. Так что все получилось. Значит, наш построенный оператор действительно является проектором. То есть, обратите внимание, значит, он здесь я определил его как проекцию геометрическую, но дальше нужно доказывать, что эта геометрическая проекция является проектором в смысле вот этого строгого определения. И действительно, так оно и есть. В общем, геометрическая проекция является проектором в смысле данного определения. И на самом деле, конечно, это определение, оно мотивировано вот этим примером, на самом деле. Люди посмотрели на этот пример и аналогичные примеры и поняли, что в этих примерах выполняется такое вот свойство, и взяли это свойство в качестве определения операторов-проекторов. Сейчас мы еще некоторые примеры посмотрим.
еще один характерный пример. Пусть у нас L1, L2 от пространства в пространстве V. Такие, что V раскладывается в прямую сумму L1 плюс L2. И, значит, рассмотрим мы оператор P из V в V. Это будет у нас так называемый оператор проектирования. Оператор проектирования пространства V на подпространство L1 параллельно подпространству L2. Что это значит? Это значит следующее. Если нам дан вектор U из пространства V, вектор U можно, согласно определению прямой суммы, вектор U можно единственным образом вложить в сумму векторов из L1 и L2. Существует для любого вектора U существует единственный вектор U1 из L1 и единственный вектор U2 из L2. Такие, что U равно U1 плюс U2. И вот, значит, мы хотим определить этот оператор P. И мы определяем его так. P, примененный к вектору U, равно U1. Вот такое определение оператора P. Вот, еще раз. P – это линейный оператор из V в V. И оператор P, примененный к вектору U, и это будет следующий вектор. Мы вектор U раскладываем в сумму, и мы раскладываем его единственным образом в сумму U1 плюс U2, где U1 из L1, U2 из L2. И тогда P от U это будет U1. Такое вот определение от упражнения P. И, значит, упражнение для вас такое. Покажите два факта. Первое. Отображение P из V в V линейно. И второе. P является проектором. То есть является проектором в смысле того определения, то есть для любого U и от U